Я стою в очереди, буду стоять в ворота, защищать сборную России по хоккею. Вот, это очередь. Мы находимся в Samsung. Милая девушка нам объясняет, что это делать, но мы не понимаем, что и ушли оттуда. Вот. Сейчас я буду переодеваться. Переодеваться я буду. Вратаря, наверное. И все. Мы будем защищать наши ворота. Осталось еще немного, Cheer him in. That is-
действительно сейчас на финише то, что борется либо за золото, либо за серебро. 31-й номер французской сборной. Будет он на время пока лидером. Так и есть. Еще несколько секунд. Лидером и уже точно ясно призером сегодняшней гонки. Но вот каким призером он станет, зависит только от Эрика. Все, погнали. 3, 2, 1. Пошли. Теперь найди, говорит, свою сумку. Только успевай.